Доброе утречко! Сегодня мы отправляемся на гору Цугшпитца. Посмотрим, что из этого выйдет. Утеплились чуть-чуть. Да? Едем. Солнышко, горы, все прекрасно. Значит, так, мы приехали в деревушечку Гармиш-Паттерскирхен. Нива. О, вон там стоит русская Нива. Где-то там, вон она. Сейчас будем искать подъемник и поедем в гору. Горы. Там подъемничек впереди. Да. Олимпийский стадион. В 1936 году здесь были Олимпийские игры зимние. Опять с тобой не понял. Поплутали. Но ничего, нашли выход. Сейчас возьмем билеты и наконец-то поедем на Цугшпитце. Вот этот маленький поездик, мы на нем поедем в гору через 15 минут. Дальше мы поедем по зубчатой железной дороге на зубчатом поезде. Короче, мы меняем поезд. Ехали на этом, сейчас поедем вот на этом, на Цугшпитце. Блин, это так круто, просто неописуемо. Едем дальше на зубчатом поезде. Ура, все, мы добрались до вершины. Здесь сейчас будет так офигенно, смотрите. А сейчас мы поднимаемся на самую высокую точку горы Цугшпитце. Смотрите, что будет дальше.
ничего. Ай, полет. О, уперлась. С парашютом? Вон там он тоже. Пойдем туда. Да, идем туда. Вон там вот такая точка. Конкретно. Вот там 2247. Здесь 2341. Название каждой горы подписано. Офигеть. Вот что значит все для людей. Вот она, самая высокая точка Германии. Гора Цугшпитце. Что интересненького? Все? В Австрии написано Херслингфельд. Что-то нереальное. Приятного аппетита. Кушаем немецкую пищу. Аппетит. Будем аппетит. И вот такой у нас видосик из окна. Ресторан на самой крыше. Крыша на самой высокой точке Германии. Едим немецкие сосиски. Забрались на самую высокую гору. Кайфуем от каждой минуточки нахождения здесь. Как же это круто, просто нереально. Короче, всем советую побывать здесь, потому что это реально круто, круче, чем у нас в Домбае. Да, и я здесь тоже, вот, и я тоже здесь кушаю. Ну что, пока? Все, в общем, покушали, теперь довольные, счастливые, держим путь назад, домой. Это просто кайф, нереальные впечатления. Сейчас поедем на кабинке. А то надо быстрее-быстрее места снимать. Места снимать! Быстрее, там никого нет. Быстрее, заходим. Ура, успели, заняли место. Ура. Бим. Какая круто. Короче, мы поехали.
мы уже и в поезде. Едем назад. Довольные, счастливые такие. Все, в общем, мы приехали с горы. Все очень понравилось, все круто. Еще светло. Едем домой в Мюнхен. Все, всем пока. Ha ha ha!